Всем доброе время суток. Представляю перед вами автомобиль Шевинива 2016 года. Автомобиль оснащен у нас мотором 1,7 литра. Механическая коробка передач на полном приводе. У нас с вами чисто ухоженный салон. Пластик весь в идеальном состоянии. Я бы даже сказал, состояние. Спереди тоже все чисто, аккуратно. Сиденье в идеальном состоянии. Не порваны, не просижены. Ничего такого здесь нету. Пластик тоже весь в идеале. Панель очень хорошая. По комплектации у нас с вами передние стеклоподъемники. Имеется регулировка зеркал. Вот такая вот магнитолка. Отопитель салона. И как я вам говорил, автомобиль практически новый. Пробег на нем всего лишь 79 тысяч километров. Даже если приглядеться, состояние руля вообще вот не зашарпанное. Идеальное состояние руля. Так что всех, кого интересует данный автомобиль, нам